Большой юбилей информационное агентство «Владньюс» отмечает 20-летие. Для российских интернет-СМИ возраст не просто весьма солидный, а практически максимально возможный. В честь этого события приморский силач Иван Савкин сдвинул с места целый автобус весом в 19,5 тонн, ознаменовав этим силу и мощь информагентства. Коллектив вообще нравится всем. Прекрасный, отличный коллектив, прекрасный главный редактор. Мария у нас вообще все очень любят. Реально человек, который работает, который во многом помогает. Мария молодец. Ну и вообще отличный коллектив у них. Мария Стеблянко – главный редактор информационного агентства. Во «Владньюс» она пришла в мае 2016 года, и за это время удалось достичь многого. За последние полтора года рейтинг агентства вырос в 3 раза. «Владньюс» входит в топ-5 самых читаемых СМИ Владивостока. Ежемесячное количество просмотров сайта – 1,5 миллиона. Суточная посещаемость сайта – около 40 тысяч человек, и эта цифра постоянно растет. Во многом успехов удалось достичь благодаря слаженной работе команды и большой сетью агентов по всему Приморскому краю. На самом деле мы очень много работаем. Действительно, сайт ни на минуту не прекращает свою работу. Лента новостей обновляется в каждые 10-15 минут. Иногда нам приходится ночью не спать, потому что новости никогда не заканчиваются. Они, в принципе, онлайн происходят постоянно. Ну, действительно, тяжелая работа, но мы ее любим. У нас есть свои информаторы, мы их не разглашаем, но у нас есть свои источники во всех важных структурах города и края. Новостное полотно агентства «Пестрое» – это и события общественно-политической жизни города, края, страны, и актуальные комментарии экспертов, и фото, видео с места событий. Журналисты готовят эксклюзивные материалы на темы политики и экономики, криминальной хроники, культуры и спорта, красоты и здоровья, молодежной субкультуры. На сайте проходят онлайн-конференции и публикуются интервью с известными персонами. Я уже работаю в информационном агентстве «Владньюс» 2 года. Пришла я еще работать студенткой. После получения диплома, в принципе, осталось, потому что мне очень нравится эта работа. Я вообще себя в другой сфере не представляю, потому что здесь есть очень много людей, которые тебе помогают. Наша редакция действительно как семья, и ты приходишь на работу как домой к себе, и это действительно какой-то такой мощный поток энергии вместе с новостями. И ты получаешь какой-то драйв от работы, и я вот не знаю, где можно получить еще такое. На вопрос, каким должен быть журналист, сотрудники коротко отвечают – работоспособным. Плюс ко всему, он обязан быть в курсе происходящих событий, уметь ориентироваться в них, знать, к кому обратиться за комментарием. Сегодня у «Владньюс» двойной праздник. Они презентовали новый логотип своего агентства. Ребрендинг, конечно, это немножко всегда страшно меняться, да, и люди привыкли к одному, но он нужен, потому что технологии не стоят на месте, сайт должен быть современный, должна быть новая мобильная версия, которая позволит читателям узнавать наши новости со своих мобильных устройств. В планах «Владньюс» стать первым информационным агентством Приморского края. Эта задача не из легких, но, судя по набранным темпам, ребятам это по плечу. Максим Дудников, Катерина Матвеева, Даниил Клёва, новости на 8.